Tilda – это платформа для создания сайтов без навыков программирования. Например, вы можете создавать лендинги, интернет-магазины, блоги, персональные сайты и другие. Основной принцип ее работы в том, что можно создать сайт из блоков и расширить его функции с помощью готовых интеграций и модулей. В библиотеке Tilda доступно 600 адаптивных блоков, созданных профессиональными дизайнерами. Из них можно собрать любую страницу, и она по умолчанию будет хорошо отображаться на любом устройстве. В вашем распоряжении полноэкранные обложки, галереи, формы, меню и другие блоки. При этом весь контент, изображение, текст и видео редактируется прямо в браузере. Кроме готовых блоков, вам доступно более 200 шаблонов страниц, лендинги, магазины и блоги. Это отличный вариант, когда сайт нужно запустить быстро. Все шаблоны можно менять и настраивать под ваши задачи. Также в Tilda есть Zero блок или нулевой блок. Это мощный фирменный редактор, который позволяет создавать уникальный дизайн блоков или всего сайта любой сложности с использованием визуальных эффектов и без каких-либо ограничений. А если вы привыкли использовать для создания макета Figma, то сможете автоматически импортировать дизайн в Zero блок и опубликовать сайт. И в готовых, и в нулевых блоках можно настраивать анимацию, чтобы управлять вниманием пользователей и фокусировать их на важных действиях. Добавляйте простые эффекты и создавайте сложный сценарий, когда объекты появляются или движутся при клике или прокрутке страницы. С помощью сайта на Tilda можно принимать заявки от клиентов. Встроенные интеграции позволяют за пару минут настроить сбор контактных данных из форм в популярные сервисы, например, в Мегаплан, Почту или Telegram. Собирайте регистрации на мероприятия или заявки на консультации. Тут вам помогут готовые блоки с формами, квизами и детальной настройкой полей. Продавайте товары и услуги. В Tilda есть необходимые инструменты, чтобы наполнить витрину, настроить корзину для оформления заказа, подключить сервисы доставки и приема оплаты. Каталог поможет удобно управлять товарами, автоматически импортировать их из сервиса «Мой склад», а также настраивать опции и фильтры. Введите блог или журнал, попробуйте модуль «Потоки». Он позволяет просто и удобно управлять публикациями, быстро добавлять и редактировать их, а также готовить запланированные посты. Функция «Сотрудники» поможет организовать работу над сайтом для целой редакции. Встроенная статистика позволит отслеживать необходимые метрики, чтобы понимать, как ваш сайт работает и выполняет ли он поставленные задачи. А бесплатная Tilda CRM поможет навести порядок в работе с клиентами, даже без специальных знаний. К сайту на Tilda можно подключить собственный домен, а можно использовать бесплатный субдомен. А также вы сможете самостоятельно настроить сертификат безопасности в пару кликов. Чтобы сайт занял высокие позиции в поисковой выдаче, можно настроить все необходимые SEO-параметры без привлечения разработчиков. Tilda проанализирует каждую страницу и даст рекомендации, как устранить ошибки, влияющие на SEO. В платформу встроены современные решения для ускорения загрузки. Страницы загружаются быстро. Это положительно влияет на позиции в поиске и опыт посетителей вашего сайта. Также можно создавать многостраничные сайты со сложной структурой, персональные сайты-визитки, промо-сайты, портфолио и другие. Множество примеров для вдохновения вы найдете в галерее Made on Tilda. В нее можно попасть с главной страницы сервиса или по ссылке из описания этого видео. В следующем уроке вы узнаете, с чего начинается создание любого сайта.